Ну вот это русские говорят, что это их передовая медицина и лучшие хирурги. Там повезло с одной стороны, что 300 ранены были. Как бы только психологически было тяжело. А те парни, что остаются целые, там или кто подлечились, там потяжелее ситуация. Мы знали, что нас поменяют, просто нужно время. Поэтому все дома, все хорошо. Дышится легче, свободно. Да. Была в Мариуполе, были на Азовстале. Получил пулевое ранение в ногу, из-за чего, из-за того, что не могли долго госпитализировать, не было возможности. 74 на 70. За это и ногу потерял. В итоге мы нас погрузили в автобус, в зоне силы. Пролежал на железяке, в так называемом госпитале. А потом уже выходили 17 мая, нас давали тело. Многие отмечают работу врачей на Азовстале. Хирурги, можете что-то рассказать? Хирурги очень молодцы, это лучшие хирурги, которые я просто встречал. В такой обстановке делать операции по 30 часов, ну, они герои. Просто без отдыха практически, они просто работали, работали, работали. Ну, духом никто не падал, держались, ждали, надеялись, что вот-вот. Господи.